Привет, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусные кексы. Кексы будут с клубникой, хотя наполнитель может быть любым на ваше усмотрение. По рецепту нам понадобится молоко, сливочное масло, сахар, яйца, разрыхлитель, мука и наполнитель клубника или изюм или шоколад, щепотка соли и ванилин по желанию. Яйца переливаем в миску, взбалтываем до соединения белка и желтка. Добавляем сахар, молоко, сливочное масло и перемешиваем до полного растворения сахара. Добавляем разрыхлитель, муку, все перемешиваем, можно пройтись миксером. Тесто получается как густая сметана. Раскладываем тесто. Повторюсь, что наполнитель может быть любым, у меня клубника. Раскладываю клубнику и отправляю форму с тестом в заранее разогретую духовку до 180 градусов. У меня кексы были готовы через 30 минут. Даем им остыть. По желанию посыпаем сахарной пудрой. Кексы получаются мягкие, воздушные и очень вкусные. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!